Всем привет, с вами Беломода, и сегодня мы показываем новинку электровелосипедов. Это вот такой вот малыш, называется он Volta Urban. Велосипед этот просто миниатюрный, он еще к тому же складной, в сложенном состоянии он занимает всего ничего, как небольшой чемоданчик. По весу он всего-то навсего 20 килограмм, это вместе со всем, с батареей, с мотором, со звоночком даже вот. То есть велосипед очень маленький, очень удобный, его легко перевозить в автомобиле, легко транспортировать даже в общественном транспорте. Вы его сложили, он буквально занимает там 70 сантиметров его ширина и, в общем-то, помещается на любой багажный отсек. В общем-то, сердце этого велосипеда – это мотор-колесо. Мотор-колесо 350 Вт, 36 Вольт, литий-ионная батарея. Литий-ионная батарея очень легкая, порядка 3 кг всего-навсего весит. Выдерживает до 1000 циклов, то есть она будет служить очень долго. В общем-то, велосипед не требует особого ухода. Здесь всего лишь одна передача, то есть сзади стоит фривил на одну звезду и впереди одна большая звезда. Педали здесь тоже, естественно, складываются. Это фишка во всех складных велосипедах. Вот таким вот нехитрым образом. Что можно еще сказать интересного про этот велосипед? Оборудован вот таким вот мягким седлом, оборудован даже миниатюрной подножкой, вот здесь вот это видно. Вот такая миниатюрная подножка. Дальше идет складной механизм, складывать мы его сейчас не будем. Складывается он вот здесь вот, два шарнира, также подседельный штырь. Складывается очень легко, то есть все это делается без инструмента, без всяких вспомогательных моментов. Руль тоже складывается. Здесь имеется впереди тормоз типа V-Break, и сзади здесь тормоз идет уже роллерный, то есть вот такой вот роллерный тормоз. Выглядит велосипед очень симпатично, глянцевый оранжевый цвет добавляет ему чего-то такого особенного. Если учесть, что это наш корпоративный цвет, то это вообще супер. В общем-то, всем, кому нравятся такие велосипеды, ставьте палец вверх. Если не нравится, пишите, почему не нравится. И подписывайтесь на наш канал. Тогда вы еще увидите очень много интересного. Всем спасибо за внимание. Смотрите нас в эфире. До новых встреч.